Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова сели на проекте Machine Hulu Play. Это первый сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Но, конечно же, я хотел вам напомнить про свой замечательный промокод, за который вы получите очень хорошие деньги. Просто пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Вам всего лишь нужно будет скачать уровень. За эти бабки вы купите себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом будете играть на данном проекте. Но в этом ролике, пацаны, я вам покажу, как я поставил себе неоновую подсветку на мою любимую BMW M5 F90, расскажу, как ее вообще купить, как ее поставить, да и в целом вам покажу, как это выглядит. Реально, вы, пацаны, посмотрите очень красивые кадры в этом ролике. Я очень рассчитываю на вашу поддержку, потому что я стараюсь выпускать видосы каждый день. Надеюсь, что вам это нравится. Покажите реально это активностью. Давайте на этом ролике 1 200 000 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, именно вот так вот выглядит теперь моя машина с неоном. То есть, пацаны, есть вообще три вида неона, я вам об этом сегодня все расскажу, покажу там и так далее. То есть, видосик будет реально интересный, познавательный, и расскажу, как просто не потерять баб. По-любому, в любом случае, кто-то будет как-то обманывать на неон, будет там просить предоплату, либо еще как-то придумывать какие-то отмазки, махинации и так далее. Поэтому советую вам посмотреть видос от начала до конца, чтобы потом в будущем не потерять просто деньги впустую. Итак, дамы и господа, я вот недавно себе приобрел вот этот неон, как бы он стоил мне 18 миллионов. Я, пацаны, честно не знаю, дорого это, дешево. То есть конкретной цены пока что у них нету. Их продают то по 10 миллионов, то по 20, то по 30 миллионов. То есть конкретной цены нету пока что на эти неоны, но в любом случае будет идти время, они будут дешеветь. Пока что я поставил неон, получается, только на одну свою машину. Это вот BMW M5 F90. В будущем, конечно же, я планирую поставить еще неон на свой Magnum. Так, вот рынок призов, получается, вы вот здесь можете купить себе, получается, неон. Неон даже сейчас есть в продаже за 17 миллионов, пацаны. Это реально жестко. То есть, в данный момент есть неон за 17 миллионов рублей в продаже. То есть, вот таким вот образом, в принципе, вы его покупаете. Вы его покупаете за 17 миллионов и, в принципе, потом можете как бы его поставить на свой автомобиль, либо просто перепродать. Скорее всего, я купил дорого, потому что, видите, здесь неон продают за 17 миллионов, как бы, вообще спокойно, и никто его не забирает. То есть, скорее всего, там его можно выставить максимум где-то за 25 миллионов. То есть, если вам будут говорить, там, кидай предоплату и так далее, просто шите нахуй. Пацаны, самая большая проблема то, что есть три вида неона. Это вот первый неон, как у меня, это однотонный называется. То есть, он одного цвета, он не переливается, просто ты выбираешь один цвет, и этот цвет у тебя будет навсегда на машине. Есть еще один вариант, это получается у нас неон, который переливается. Которые переливаются разными цветами, там, желтый, зеленый, там, и так далее. Короче, думаю, вы понимаете. И есть третий неон, который называется радуга. Он, скорее всего, самый дорогой. Честно, пацаны, мне этот неон очень нравится. Мне кажется, если бы я сюда поставил бы неон радуга, он бы выглядел немножко по-другому. Я считаю то, что этот неон смотрится здесь очень даже хорошо. То есть реально по кайфу смотрится. Был бы здесь бы неон радуга, мне кажется, сочеталось бы не так классно. Потому что я собрал реально идеальную машину. То есть все здесь сочетается охуенно. Диски, неон, сам цвет машины. То есть диски сочетаются с крышей, зеркалами. То есть я реально подобрал максимально красивый лук для этой машины. То есть мне кажется, красивее бэхи просто на серваке нету. Вот реально, мне кажется, у меня самая красивая просто бэха, которая может только быть. Потому что у него реально пиздатый цвет, необычный. В основном бэхи черные, белые там. То есть такой бэх, как у меня, я, честно, не видел.
То есть такого цвета я не видел. Давайте я вам вообще покажу Карпас. Для тех, кто не знает, что это за машина. Это получается BMW 5F90, 3D чип Audio Nitro. То есть здесь есть все, кроме, получается, стробоскопов. Короче, мне в этой машине не хватает просто стробоскопов и гидравлики. А так в этой машине есть все. Я уже владею этой тачкой, пацаны, почти 4 года. Может быть, даже уже 4 года есть. Пробег на данном автомобиле 105 тысяч километров. Госка 900 тысяч. То есть эта тачка максимально со старой гоской. Даже можете идентификатор посмотреть. То есть это очень старая машина, пацаны. Это максимально старая машина, но я в нее просто очень много бабок вложил. Я люблю эту тачку, как бы я на ней постоянно езжу. То есть мне эта тачка очень сильно нравится, и я на нее бабки не жалею. Итак, дамы и господа, чтобы этот неон поставить, мне пришлось заезжать в СТО. Я не знаю, такая система работает с каждым неоном или нет, но мне, чтобы поставить неон, приходилось заезжать в СТО, писать слэш-приз, получается, и выбирать цвет неона. Я честно, пацаны, думал, то, что в будущем я смогу поменять цвет неона, но пока что это делать нельзя. Возможно, как-то можно, возможно, я как-то не понял. Кто знает, можете написать в комментариях, точнее, неон сделал под цвет машины, и все. То есть я не знал, то, что его в будущем нельзя будет менять. Самое еще интересное, то, что как бы есть три вида неона, и я не знаю, какой из них ценится больше. Скорее всего, больше всего ценится радуга, которая именно такой, знаете, переливается разными цветами, как RGB подсветка, но мне этот неон, в принципе, тоже нравится. То есть, если бы я сюда поставил бы неон радуга, мне кажется, оно бы вообще не сочеталось, а так я поставил неон однотонный, и, в принципе, это хорошо смотрится. Вот самая большая проблема, то, что ты когда покупаешь неон, там как бы не указан какой-то именно неон, понимаете? То есть, вас в этом плане тоже могут обмануть. Но, по-моему, у них как бы различия нету по названию конкретно. То есть, если вы будете покупать неон, вам может попасться обычный неон, может попасться там радуга, либо который переливается. То есть я реально покупал кота в мешке, я дал 18 миллионов, и я даже не понимал, как этот неон будет работать, как он будет выглядеть и как его поставить. И именно для этого я записываю для вас видос, чтобы вы понимали, как бы, что вы вообще будете делать, как его поставить там и так далее. То есть машина реально очень сильно преобразилась, она начала привлекать внимание, то есть... Пока что BMW 5F90 я с неоном, честно, не видел ни у кого. Я-то видел Corvette с неоном, видел там Porsche с неоном, но именно BMW 5F90 я еще ни одну с неоном не видел. И, скорее всего, я первый на первом серваке, который поставил неон на BMW 5F90. То есть выглядит это пиздато, да, не спорю, но, как по мне, 18 миллионов это реально дорого. То есть нормальная цена этому неону это 10 миллионов. То есть когда их будут продавать там по 10 миллионов, да, это будет нормально. Я планирую реально себе потом на Магну поставить неон. Пока что машин не так уж и много с неоном, их там на весь сервак штук, наверное, 10, может быть, максимум. То есть каждый к неону относится по-разному. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то не хочет бабки тратить, кто-то ждет, пока цены, в принципе, будут на них подешевле. Но я, пацан, не сдержался, реально, я просто увидел в продаже неон. Наш пацанчик с вами продавал его за 18 миллионов. Я просто не удержался, купил неон, сразу поставил. Я, честно, не жалею, потому что, ну, мурка реально выглядит просто на 10 из 10, реально, пацаны. Тачка выглядит реально очень круто, мне она очень сильно нравится. Также вы сейчас посмотрите очень красивые кадры, я реально старался. За красивые кадры реально можно отдельный лайк поставить и написать комментарий, пацаны, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, играйте вместе со мной, вводите мой промокод. Всем пока-пока!